Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Встречаемся с парнем 4 месяца, начало было яркое, стремился ко мне, сейчас какие-то качели от него, то близко, хорошо общаемся, то закрывается. Пытаюсь поговорить с ним, говорит, все хорошо, в отношениях расставаться не хочется, отношения не развиваются, тупик. Все меньше времени проводим вместе, молодой человек говорит, ничего страшного, что редко видимся, мы не ходим никуда. При этом он говорит, что я его девочка и планирую жить вместе, как решим вопрос с жильем. Я как в капкане морально устал от такого поведения, может я слишком придаю значение тому, что встречи нет толком, стоит мне от него отдалиться. Ну, во-первых, отдаляться от него или нет, вы можете, я думаю, решить сами. Вот этот вопрос, как бы на этот вопрос ответ только у вас может быть, потому что это ваша жизнь. Вот, но в целом мне показалось, что основная проблема заключается в неразграничении, неразделении того, что вы чувствуете. Значит, к молодому человеку, да? Вот. И тому, что вы чувствуете по отношению к себе. Вот. Что я имею в виду? Дело в том, что вам нужно определить вектор направленности чувств. Вот. Когда вы говорите там про, допустим, отношения, да, вот, что вы не проводите там вместе время и прочее, что вы имеете в виду, это про вас или про, про молодого человека? Когда вы говорите, что отношения в тупике, они не развиваются, это про что, опять же? Вот какую здесь свою проблему вы пытаетесь решить? Вот. Понимаете? Когда молодой человек там говорит одно, делает другое, что вы начинаете чувствовать? Чего вам хочется? Вот. И что вы к нему чувствуете сейчас? Как вы это можете выразить и проявить? Попробуйте вот на эти вопросы для начала поискать ответы. А там, я думаю, у вас сформируется картинка того, что делать дальше. Вот. На мой взгляд, у вас недостаток неких автономности и самостоятельности в отношениях. Вы большое значение придаете именно партнеру и пытаетесь им заместить, ну, некую такую, скажем, свою активность. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Всего самого доброго и удачи.